Всем привет! Некоторое время назад в группе ВКонтакте у компании StrikeArt появилась вот такая вот новость о том, что на территории Российской Федерации закончились стреляные тубусы от РПГ-26. В связи с этим StrikeArt приняли решение делать данные тубусы самостоятельно. Данные тубусы, то есть пусковые устройства для выстрелов от тех же StrikeArt. Сегодня посмотрим на такой тубус, посмотрим на РПГ-26, расскажу, покажу, ну, естественно, постреляем и так далее. Поехали! Как я уже сказал, ранее StrikeArt уже изготавливали такое изделие, такое пусковое устройство, но пользовались стреляными тубусами. Теперь тубус свой и тубус металлический. Данный РПГ-26 пользует новые выстрелы, которые стали заметно компактнее и легче. Заявленная дальность данных выстрелов до 200 метров. Очень любопытно на это посмотреть. Ну, сегодня мы с вами это все и попробуем. Давайте я покажу и гранатомет, и выстрелы несколько ближе. Если мы посмотрим на гранатомет поближе, то состоит он из нескольких элементов. В передней части есть вот такая вот крышка с оперением, закрывающая канал ствола. Есть прицельное приспособление, целик и мушка, которые скопированы с боевого гранатомета. К моему сожалению, пользоваться данными прицельными приспособлениями нормально нельзя, так как не повторяют они ту или иную дальность, и прицелиться по ним не получится. Точнее, прицелиться получится, но попасть не выйдет. Скопированы маркировки и наклейка на корпусе гранатомета. А, еще момент. Под целиком у нас есть клавиша замыкания контактной группы, ну и запуска выстрела. На тыльной части гранатомета у нас имеется такая вот крышка с запирающим устройством, при открытии которой мы видим канал ствола, куда устанавливается выстрел. На крышке есть два контакта, два винта, которые выполняют функцию как раз контактной группы. Как я понимаю, вот эта крышка задняя выполняет функцию аккумулятора. Я, конечно, могу ошибаться, но где-то разместить в другом месте его, наверное, было бы нельзя. К тому же, вот здесь есть разъем под микро-USB. Мы можем заряжать данный гранатомет, ну, точнее, данный аккумулятор. StrikeArt рекомендует заряжать его каждые 100 выстрелов. Обращаю внимание, что вот это окно, ну, никаким образом не закрыто. Нет какой-то крышечки там, я не знаю, да? То есть оно у нас полностью открыто, и при тех или иных осадках, какой-нибудь дождь, снег, туда попадет влага 100 пудов. На мой взгляд, это, ну, не очень хорошо. Второй минус, о котором хотелось бы сказать, это вот эта вот клавиша запуска. Она работает следующим образом. Вот. Ну, грубо говоря, просто как кнопка, да, электрокнопка, замыкает контакт. Ну, на мой взгляд, так себе, да, то есть не щелкает там, как надо. Но это такая, наверное, лично моя придирка. Выстрелы обновленные, выглядят следующим образом. Выстрел игла, шары, острайком. Голова выстрела очень похожа на москит. Я бы даже сказал, что это москит и есть. Ну и вот такой вот он удлиненный под иглу. Для того, чтобы нам привести гранатомет к бою, мы открываем заднюю крышку и вставляем туда выстрел. Закрываем, не повредив провода. И смотрите, какой интересный момент. В этом окошечке загорелась красная
лампочка, которая сигнализирует нам о том, что гранатомет готов к бою. Да, он сейчас заряжен. Возможно, это окошечко открыто именно по этой причине. Ну, не знаю, можно было какую-то прозрачную крышку сделать. Ну, в общем, как-то так. Так, так уж сложилось, пока я разбирал, точнее, извлекал выстрел. Он у меня извлекся. Выглядит выстрел вот так. Видимо, оперение внутри тубуса. Ну, по факту тубус это только направляющая, да. Ну и инициатор за счет вот этой вот площадки задней. Здесь есть фитиль какой-то. Ну и, как я сказал, сам выстрел москит. Грубо говоря, летит у нас вот эта вот штуковина, а не он целиком. Такие дела. Давайте попробуем постреляем. Стреляем вот в этот вот дом по дальномеру. До него дистанция 143 метра. На мой взгляд, немножко не долетело. Ну, давайте попробуем еще. Не знаю, должен я, наверное, из него стрелять, как из миномета. Давайте еще разок. За зданием взорвалось. Прикольно. То есть дистанцию вот 143, ну давайте возьмем 150. Гранатомет преодолевает легко. Единственный вопрос, как из него целиться. Потому что я прицеливаюсь в дом, да, вот я грубо говоря, точнее не прицеливаюсь, навожусь. Я держу гранатомет вот так, и я вижу дом перед собой, а вот куда я там прицеливаюсь. Я прицельно даже не вижу. Ну, типа, как, ну. Непонятно. Ну вот прям вообще рядом с домом легло. Интересно.
летит. Давайте попробуем выстрелить на точность. Мы постреляли с вами на дальность. 150 метров летит, и плюс-минус около здания мы попадали. Теперь давайте попробуем выстрелить на 50 метров, попасть в какую-нибудь дверь или оконный проем вот в этом вот здании. Мимо. Говорить о какой-то точности не приходится. И несработка. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это переноска выстрелов. Понятно, что выстрелы мы можем вносить в рюкзаке, но это не так удобно при той или иной темповой стрельбе, когда нам надо выстрелить там много, несколько раз. Ну, понятно, снимаем рюкзак, открываем, достаем и так далее. Если же мы хотели бы располагать выстрелы на себе, то я бы вам мог предложить вот такой вот подсумок. На него я снимал отдельный обзор, можно посмотреть вот здесь. Называется он, по-моему, Lunchbox Pouch. В идеале его делает компания Spiritus, у меня же реплика от компании Pew Tactical. Выстрелы располагаются на его тыльной части следующим образом. Ну и можно сказать, что они у нас в быстром доступе. Понятно, что это не так удобно, там, если мы двигаемся в положении лежа, да, мы там все выстрелы и замнем. Возможно, вот эта направляющая тубус не выдержит какой-то нагрузки. Но в целом, если мы такие пешие чуваки, то вот, пожалуйста. Ну, что я вам могу сказать? Давайте начну, наверное, с минусов, которые я обнаружил на данном гранатомете. Как я уже сказал, первый и самый жирный, на мой взгляд, минус, который перекрывает все остальные плюсы, это то, что вот эти прицельные приспособления не рабочие. Целиться по прицельным приспособлениям нельзя. То есть мы используем боеприпас, который летит на дистанцию до 200 метров, но при этом мы не можем прицелиться в ту или иную мишень и попасть. На мой взгляд, это никуда не годится. То есть дистанция большая, дистанция отличная. Еще, наверное, ни одна техническая компания такие дистанции не брала, ну, в качестве там каких-то гранатометов, пусковых устройств. Как попадать, не ясно. Да, ну то есть как я должен прицелиться? Прицелился я вот под таким углом, там выстрелил, не попал, перезарядился, беру снова на плечо, и я уже не знаю, снова у меня такой угол, или чуть больше, или ниже, меньше, да, угол, непонятно. Поэтому с прицельными приспособлениями надо что-то делать, как-то эту проблему решать. Второй минус, на мой взгляд, это вот не закрыто это окошечко зарядки аккумулятора гранатомета. Почему оно не закрыто, не ясно. Попади туда влага, не знаю, зальет микросхему там какую-нибудь, не зальет, но в целом это не есть гуд. Понятно, что можно заклеить изолентой какой-нибудь, но в целом, как готовое изделие,
Ну, такое себе. Может быть, конечно, это предсерийный образец, который Страйкарты отправили мне на обзор. Возможно, их еще нет в продаже. Ну, и это такая одна там из первых пробных, одно из первых пробных пусковых устройств. Но в целом над этим тоже надо что-то подумать и сделать. Вот эти маркировки на передней части гранатомета, они такие немного размытые. Причем вот РПГ-26 маркировка четкая, а дальше маркировки размытые. Ну, спишем это тоже на то, что это предсерийный образец. И, возможно, в будущем все это будет исправлено. Такие вот дела. Такие вот минусы. Из плюсов. Гранатомет очень антуражный. Он вот, ну, прям очень антуражно выглядит. Гранатомет металлический. Можно не бояться, что его там как-то ты изогнешь, там наступишь, сломаешь, что-то еще. На мой взгляд, гранатомет очень прочный. Но и в целом дистанция 200 метров, это очень там похвально, да, это очень круто. И самое интересное, травмобезопасно, да, вот этот носик у иглы, у новой, он как москит, он такой достаточно очень мягкий, на мой взгляд, да, там не сможет причинить тот или иной вред игрокам. Но повторюсь, прицельные приспособления, да, я там уже не знаю, который год это все снимаю, уже там, как не знаю, короче, какой год, пятый год я уже говорю, прицельные приспособления на летающей пиротехнике. Если прицельных нормальных нет, летающая пиротехника, ну, по большей части становится бесполезной. На этом, наверное, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, дополнения, там, ну, любые другие вещи, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.